Никакая пандемия нас не может остановить проектом «Салют Победы», потому что это уникальный проект. Татьяна Викторовна на прямой линии. Эстафета «Салют Победе» продолжается, но в усеченном формате. Количество участников строго ограничено. Дистанция, маски – все, чтобы обеспечить сохранность здоровья как артистов, так и гостей. Я падаю, кручу, хватая свинец. Подумать, успех напоследок. Народный театр «Крылья» за эти годы стал визитной карточкой эстафеты. Артисты в составе делегации муниципалитета посетили города боевой славы. И в каждом с ошеломительным успехом прошли показы концертов. Тема Великой Отечественной войны для нас – это святая вещь. У нас есть спектакли, агитбригады о войне. И мы безумно рады, что все-таки хоть мало зрителей, но они у нас были. И мы сумели эту частичку своего восторга подвигом нашего народа, своей памяти передать хотя бы тем немногим людям. Ну и, конечно, мы записывали весь этот концерт «Реквием». И очень надеемся, что буквально через несколько дней ребята смонтируют неплохую программу. И эту программу на YouTube смогут увидеть тысячи и тысячи россиян и не только. Посмотреть концерт «Реквием» сможет любой желающий. Кстати, готовился он для показа в Севастополе. Именно там организаторы планировали завершить шестой этап патриотической акции. Дата поездки пока отложена, но подготовка продолжается. Декорации готовы, костюмы сшиты, актеры мечтают увидеть горящие глаза севастопольцев. Сегодня мы подготовили небольшой концерт, то есть мы многое убрали из нашей программы, потому что программа предусматривала 2 часа и должна была быть и на площади, и на корабле. Но, тем не менее, самые интересные песни, причем мы постарались рассказать о море, о моряках, может быть, не избитым репертуаром, не тем репертуаром, который знает вообще каждый. В каждом слове, в каждом жесте артистов чувство радости и боли, грусти и скорби. Они потомки великих людей, героев, которые защитили родную землю. Очень приятно, что я крупицу себя отдаю этому большому делу, проекту, и именно как представитель молодого поколения, своих родных и близких, преклоняю голову и с вечной памятью, вечная слава нашим родным и близким. И дай Бог здоровья и подольше поскрипеть и быть еще в строю вместе с нами, живым ветеранам, живым людям, которые ковали эту победу, которые сделали все для нас. Одинцовские единороссы вовлечены в реализацию проекта. Благодаря поддержке партии в рамках эстафеты оказывается помощь ветеранам, участникам и детям войны. Вячеслав Киреев еще раз подчеркнул значимость этого мероприятия, особенно сейчас, когда мы должны еще больше оберегать наших героев. По всему поселению, по всем школам, домам культуры, различным площадкам проходит этот фестиваль. Пусть не столько людей на него приходит, но от всей души, от всего сердца люди радуются великой победе и вспоминают великих победителей в Великой Отечественной войне и тех, кто принес нам победу, тех, кто не погиб, кто жил, восстанавливал страну. Наша главная задача вот этого салюта победы, этой эстафеты, это помнить, чтить тех великих победителей Великой Отечественной войны, самим уважать их подвиг и передавать, конечно, новому молодому поколению. В завершении концерта традиционная передача символов эстафеты. Они отправляются в Ершовское поселение. Символы передать! Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».